В Сочи автотранс начал работу 8 апреля 1997 года. За 20 лет был пройден долгий путь от 12 поддержанных автобусов до 366 транспортных единиц, выполняющих ежедневно 3500 рейсов, перевозя более 60 тысяч пассажиров. За 20 лет, конечно же, предприятие разрослось, увеличился парк, увеличились автобусы. Несколько раз этот парк менялся. На сегодня мы видим работу на линии больше 300 автобусов. Они новые, большие, с кондиционерами, оборудованы аппарелью для людей маломобильных. На сегодняшний день компания «Сочи Автотранс» оказывает пассажироперевозки на участке от Магри до поселка Веселое, а также является транспортным оператором большинства проводимых в Сочи крупных мероприятий. Зимние олимпиады, хоровых игр, экономических форумов, военных игр, Формулы-1, домашних матчей хоккейного клуба «Сочи», впереди еще Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу. Кстати, к этому времени в автобусах должна появиться новая система оплаты проезда. На ближайшее время будет введена система и безналичного расчета, что, конечно, будет более удобным и современным, скажем так, способом оплаты проезда в наших автобусах. Планируется в следующем году обновление парка, то есть добавится еще какое-то количество новых автобусов. Ну и, конечно, сейчас предприятие активно работает над культурой обслуживания. Сегодня на предприятии работает почти 1000 сотрудников, 700 из них – водители. Также в тестовом режиме с недавнего времени на линии начали трудиться и кондукторы. Компания активно работает не только над техническим оснащением, но и над имиджем. Ведь именно по работе общественного транспорта зачастую можно составить мнение о городе. Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ».